Как-то вышел в город я, погулять заболела голова. Воздух спертый, нечем дышать, а нашим чиновникам на это наплевать. Конечно, они же за городом живут и медленно травят городской народ. Наши проблемы мне понять, им бы лишь бы что построить, а как получать? А давайте перенесем мусорный завод в частный сектор, где стоит ваш дом, где ваши коттеджи и особняки. Дышите этой вонью, а мы не хотим. А давайте перенесем мусорный завод в частный сектор, где стоит ваш дом, где ваши коттеджи, особняки. Дышите этой вонью, а мы не хотим. Когда же люди очнутся ото сна и не будут отравить себя? Мой город медленно угасает, все больше людей от рака умирает. Чиновники, конечно, этого не замечают, и дальше тихонько отгадки прибыль получают, беспощадно распространяя эту заразу, превращая мой город в злому сектор газа. А давайте перенесем мусорный завод в частный сектор, где стоит ваш дом и ваши коттеджи и особняки. Дышите этой вонью, а мы не хотим. А давайте перенесем мусорный завод в частный сектор, где стоит ваш дом, где ваши коттеджи, особняки. Дышите этой вонью, а мы не хотим. Так что вот так вот. Все-таки хочется, чтобы наш прекрасный город оставался прекрасным. Потому что мы...